Друзья, товарищи, у нас в магазине Gadget Chef ножи от Андрея Завьялова, город Ворсма. Вот смотрите, какая тема. Вот этот топорик — хит продаж. И мы его, соответственно, когда Андрей нам его прислал, мы не особо, ну, понимали, почему так хорошо покупают. Во-первых, кованая сталь, видите, остатки, элементы ковки здесь. Очень толстый обух, который позволяет с легкостью рубить любые кости. Ручка большая для любой руки. Но здесь в большей степени она не для великанов. Да, вот видите, кажется, что здесь кусок. Она не для великанов. Она для того, чтобы, когда вы рубите, всегда чуть-чуть как бы его вот с конца, чтобы накат был. Прям. Вот. Курочку, уточку. Каре барашка, когда с рынка приносите, да, вот вам там не дорубили или щетку оставили. Вот как раз для мелкой такой работы. Конечно, рубить дерево им не удастся, это кухонный все-таки топорик. Но тяжелый, мощный, да, для настоящего мужчины. А если и девушка возьмет его в руки, то курочку он сам за нее это сделает. Потому что он тяжеленький. Просто направь его, тюк, и он сам перерубит. Вот такие вот ножны к нему. Оп. Сюда вставляем, вот так вот закрываем, вот здесь вот для ремня, опа, вот такая штучка, все, вешаем на эту сторону или на эту, в зависимости от того, какая у вас рука, кайфуем, живем, даже в деревне, знаете, на даче бывает вот с таким ножичком, надо какую-то березку срубить, что-то там куст смородины разросся, чуть-чуть выровнять, рябинку и так далее, вот для всего этого, огонь.